Всем доброго здоровья! У нас очередная тренировочка, и как всегда с вами на канале Екатерина и Дмитрий. Всем привет! Это последняя тренировка в нашей неделе, которая текущая. В месяц еще пока нет, да? Да. Месяц еще пока продолжается. Так, ну что, мы начинаем с исходного положения. Макушка тянется вверх, спина прямая. Если вы сидите или стоите, старайтесь подкручивать таз вперед, чтобы выровнять свою поясницу. При этом, если вы сидите, ноги согнуты в углах 90 градусов, коленом и тазобедренным суставе, стопа плотно прилегающая к полу, в обуви, либо к подножке кресла, если вы работаете в кресле. Про исходное положение рассказали, и теперь будем заниматься верхним плечевым поясом, разогреваться. Поднимаем наши плечи максимально вверх, опускаем их вниз, при этом помним, макушка тянется, спина прямая. Выполняем 10 повторений в одном подходе. Да. Начинаем. Раз. Все уже не еду. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Не, я помню. 8, 9, 10. Продолжаем движение. Это круговые вращения вперед, учитывая движение лопатки, то есть все ваше внимание там. Прорабатывается плечо, лопатка вперед, вверх, вперед, вниз, назад. Максимальный диаметр круга, макушка стремится вверх, спина прямая. И в обратную сторону то же самое. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Следующее упражнение. Прорабатываем помимо верхнеплечевого, еще добавляем наш грудной отдел. Старайтесь именно проработать грудной, не включая поясницу. По возможности, настолько, насколько у вас это получается. Когда сидите, представляете, что внутрь, в грудной отдел ударяется мячик и продавливает ее вовнутрь. При этом ваши плечевые суставы и лопатки, они как бы округляются, разбегаются по сторонам вашего корпуса и уходят немного вперед. Это ваш выдох. Далее уводите плечи, лопатки назад, как будто между лопатками зажимается монетка, а грудной отдел теперь уже раскрывается и уходит вперед. Это будет ваш вдох. Выполняем упражнение. Старайтесь не задействовать поясницу. То есть поясница по возможности, конечно, она будет участвовать где-то в каких-то моментах, но по возможности вы ее изолируете от этого движения. То есть работает только грудной вовнутрь и наружу. То есть не старайтесь делать вот такие вот прогибы. Это будет неверно. Начинаем выполнять. На выдохе плечи, лопатки вперед, грудная вовнутрь. На вдохе наоборот движение. Грудная вперед, а плечи и лопатки назад. Фу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И хорошо. Да, достаточно тяжелое упражнение, особенно учитывая тот момент, что не нужно включать в него поясницу, да, потому что если бы это была поясница, то вы бы просто пошатались как маятник корпусом вперед-назад. Поясница у нас и так достаточно подвижная часть корпуса, а вот грудной отдел, он ограничен нашими ребрами, и, соответственно, очень часто привычное положение, там где-то засутулились, либо ушли в какую-то одну из сторон, это нормально, да, то есть привычно. А вот расшевелить весь этот отдел в разных плоскостях, это трудновато. Так, снимаем утяжелители. Быстро ты все утяжелителем стал. Значит, работать можно и с лентой, и с палочкой. Помним, мы в предыдущей нашей тренировке говорили о том, что там, где есть растяжение ленты и, ну, соответственно, не растяжение палочки, да, тогда упражнения отличаются, хотя участвуют одни и те же группы мышц. Ну, например, с палочкой это было больше растяжение, а с лентой это было больше напряжение. Здесь же мы пока используем одинаковый метод. Единственная амплитуда движения за счет того, что лента будет тянуться, она может быть чуть выше, нежели с палочкой, которая не тянется. Значит, что мы делаем? Мы берем ленту. Я возьму вообще в две ряды, чтобы она минимально у меня тянулась. Крепкая? Да.
Вот. Будем поднимать руки вверх, сгибать в локтевых суставах. Стараемся уводить ленту на голову, либо на затылок. У кого получится, на уровень шейного отдела позвоночника. Затем выпрямляем руки вверх и опускаем на прямых локтях вниз. С палочкой выполняем все то же самое. Только удерживаем ее не максимально широким хватом, как часто мы делали, а тоже на ширине плеч ориентировочно. Тебе спасибо говорили по каналам, по всем. Все каналы сообщали о том, что благодарны, да? Очень приятная информация, всем спасибо. Раз. Поехали. Раз, два, три, два. Вот узко держать раз, сложнее. Два, да. Три, ну ты же уже можешь? Не очень. Четыре, ну как же не очень, я же вижу, что можешь. Пять. Шесть, старайтесь соединять лопатки, локти уводятся ближе к корпусу по возможности. Помним, что если кто-то выполняет эти упражнения для разогрева, либо вы часто сидите возле компьютера, у вас сутулость, вдовий горбик, то вы тоже можете использовать и заниматься вместе с нами. Только помним о подкрученном тазе для того, чтобы не было переразгиба в поясничном отделе позвоночника. Так, сделали. Следующее упражнение. Берем палочку. Уже за края я возьму ленту, просто ее поднатяну, но не перерастяну. И будем выполнять элемент гребля. Значит, мы работаем поочередно то правой, то левой рукой. Рука сгибается и разгибается в локтевом суставе. Сначала движение идет вперед, затем движение будет идти назад. По 10 повторений. Помните о том, что я говорю по 10, ну, это чаще всего, да, потому как у нас на канале есть люди, которые только получили травму, но также есть люди, те, которые уже давно с нами занимаются, давно получили травму. Соответственно, для вас это не 10 повторений. Вы можете делать 15-20 повторений в подходе. И количество подходов вы также можете увеличивать. Это не 1-2 подхода, а 3-4 до 5 подходов вы можете выполнять. Все зависит от того, это у вас, как у нас, например, сейчас, разминочный комплекс или это тренировочный комплекс. Если комплекс тренировочный, соответственно, и количество повторений будет в подходе до 20, и количество подходов будет до 5. Так? И корки захотелось красные. И корки красные захотелось. С хлебушком бородинским. Давай в обратную сторону поплыли. На этом берегу нет, надо на тот плыть. Можно смазать. Минут через 10. Ориентировочно. В обратную сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И 10. Отлично. Отлично. Теперь ставим, ленту убираем, будем работать с палочкой. Палочку ставим сбоку от корпуса. Удерживаю я ее внизу, фиксирую, чтобы она никуда не поехала. Дима укладывает через боковое отведение руку в сторону, на поверх палочки. И выполняет движение, круговое вращение в одну и во вторую сторону. Локоть при этом вниз не опускает. Обратное движение. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и один. Один. Был один? Так, разогрели плечо. Поработали с ротаторной манжетой. Что ты говоришь, все время разогрели, разминка? Все полноценная тренировка, путаешь людей. Да. Путаю людей. Ага, они потом думают, что мне все легко дается. Конечно, так и ни есть. Ни одной. Ни одного слова. А, как оно называется? Слова забыл. Солидарности. Солидарности. Это слово соль. Давай в обратное. Вторая рука. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обратное движение. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ай, бляха, вообще болит плечо. Капец. Лучше синоно. Сейчас мы занимаемся еще шейным отделом позвоночника и немножко доработаем спину, уже сидя на кушетке перед шведской стенкой, потому что там у нас будут резинки. А пока займемся шеей. Значит, что мы делаем? Убираем наши плечи назад и вниз. При этом это не должно быть вот таким прогибом, да? То есть плечо, тазобедренный сустав все равно работают по одной линии. Убрали, раскрыли грудной, макушку вытягиваем вверх в потолок, удерживаем состояние растяжения на протяжении 10 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Расслабились. Не забываем про подкрученный таз, если вы стоите, ну, в принципе, если сидите тоже, чтобы спина была прямой, а макушка тянулась вверх. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. И завершим это упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Хорошо. Следующее упражнение выполняем. Наклон головы на грудную клетку и подбородком по грудной клетке полукруги рисуем до одного плеча, возвращаясь в исходное положение, рисуем полукруг до другого плеча. Опустили. Раз. Раз. Не торопимся. Два. Темп медленный. Два. Три. Три. Особенно если чувствуете ограниченность в движении какую-то, то через боль вы не перешагивайте. Вы можете войти в состояние боли, если оценивать по 10-бальной шкале на 3 балла, не более, что касается шеи. Дима, сколько? 7. 7. 8, 8, 9, 9 и 10, 10. Хорошо, расслабили немножко шею малоамплитудным покачиванием из стороны в сторону, покивали сверху вниз. Далее, что мы делаем? Мы поднимаем плечи и из нашей трапеции создаем такой максимально высокий валик для того, чтобы облокотиться на него задней поверхностью шеи. Теперь мы выполняем тоже полуповороты. Начинаем мы левым ухом от левого плеча, прокатываясь по этому валику, возвращаемся к правому плечу, касаясь правым ухом. Выполняем. Сначала плечи, а потом голову. Потому что если вы облокотите голову, а потом поднимете, то есть это неверно будет. Сначала плечи, потом голову. И прокатываемся. Раз. Два. Два. Три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять. 9 и 10. 10.
опустили плечи и вернули голову в исходное положение. Также расслабили шею малоамплитудным покачиванием из стороны в сторону и сверху вниз. Следующее наше упражнение – это движение подбородком круговыми вращениями вперед и в обратном направлении назад. При этом, когда вы сидите, если у вас есть какая-то опора позади, вы можете опираться лопатками либо спиной на эту опору. Если ее нету, то в этом случае вы просто представляете, что вы опираетесь. Далее работа подбородком повыше, побольше, подальше, описывая круг. Раз, два, прям хорошо вытягиваемся, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Обратное движение. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Хорошо. Расслабили шею снизу, со стороны в сторону и сверху вниз. Хорошо. Пересаживаемся на коляску, затем пересаживаемся к шведской стенке и будем дорабатывать еще спину с помощью резинок. Ноги выставим. Выставляем ноги, садимся ровно, потому что будем наклоняться немножко корпусом вперед. Да. Потом уходим сначала лопатки, локти, плечи. Давай научим себя. Все назад, хорошо. Давай научи меня. Знакомо? Да. Подожди. О, наклонился вперед, лопатки, плечи, локти, грудной отдел по направлению к лентам. Макушка всегда стремится немного вверх. Угу. 4, 5, да? Первые лопатки. 6. Складочка между лопаток. Отлично. 7, 8. Кисти к груди больше. 9. Локти назад больше. И 10. У меня резинки. Супер. Раз. 2. Чуть-чуть осадки. Можно вот. 4. Уже сложно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Ой, вообще сложно. Вертикализируемся и разминаемся. У меня все болит, Катя. Хорошо. Спасибо тебе, добрый человек. Дима, если бы я все время ориентировалась на твое болит, плохо, блин. Мы бы с тобой еще до сих пор занимались в кухне возле той стенки. Шеи. Когда еще ничего не снимали. Да, ты не прокатила. Да, понятно. Понятно.
Понятно, чего же непонятного. Дренаж. Был. Был? Хорошо. Пока ты там. Пока я там думала. Ржала. Теперь работа таза вперед-назад, что позволяет раскрыть тазобедренные суставы. Если у вас замыкают колени, то вы, уводя таз назад, вы тем самым еще больше тренируете подколенные ямки. Если у вас колени еще пока не замыкают, но тенденция к этому прослеживается, то есть у нас на канале в отдельных упражнениях, когда Дима стоит, я придерживаю коленный сустав впереди, и он пытается его выпрямить в обратную сторону, под коленную ямку, да? А я как бы довожу до этого упражнения. И то же самое в обратную сторону, когда Дима стоит согнутым коленным суставом, я придерживаю под коленную ямку, он сгибает и разгибает, я либо помогаю, либо наоборот даю сопротивление. Переминание с правой ноги на левую ногу для того, чтобы дать осевую нагрузку поочередно по правой и по левой стороне. Если хорошо стоите, давно занимаетесь, у вас есть замыкание в коленных суставах, то в этом случае вы можете как будто бы даже еще немного выпрыгивать и смотреть, как если бы вы смотрели поверх забора, да, и выглядывали за него. Спрячься высоким забором. Так, ну что? Теперь мы подготавливаемся для ходьбы в низких ходунах. Ну что за меня хочешь? А? Ну что за меня хочешь? Я за тебя похожу. Низких ходунах. Ходунах. Смешно. Так, подготавливаем ноги, фиксируем стопы, потому что стопа, чтобы не упиралась, нам нужно ее поднять вверх. Это для этого нужна обувь либо специальная с фиксированной лодыжкой и выведенная сапожок какой-нибудь, ортезик какой-нибудь. Либо можно просто использовать бинты, как для меня. Да. Так. Ого, назад трошки. Разошелся. Да, сейчас. Буги-буги, а мы похожи на арбузы. Давай, арбузы. Ты помнишь, стала, выпрямилась. Потянулась макушкой вверх. Да, ты все это помнишь, да? Мне не напоминать. Она спадала вперед. Мне тебе не напоминать. Нет. Стоим. Стоим. Да. Угу. Выпрямляйся и стой. Если что. Сначала просто постой. Я понимаю. Я придерживаю подумок. Он никуда не качнется. Руками может достаточно крепко в него взяться. Не идет это у меня нога. Научите.
Нет, дай я сяду. Садись. Что-то мне... Подожди, надо сосредоточиться. Надо давай. Поставлю ноги. Не могу кровать. Это... Надо... Что-то неправильно. Да? Что неправильно? Делать? Не могу понять. Что неправильно делать? Встал. Ну, это спать все катушки бьет, но я там ее подлавливаю, да? Чуть-чуть двигаю. Вот это... Я опираюсь на эту ногу, она... Это у меня все равно стоит. Не могу расслабить, что ли? Надо расслабить ее как-то. Надо, а на той, а на той стоишь? И на той стою, а эту не могу расслабить. А руками? Ну, руками сильно держусь, да. Надо чуть поменьше. Попробуй. Дай складок возьми. Да, давай. Стоишь? Да. Да. Немножко разминаю. Макушка вверх, спина прямая. Блин, очень сильно напряжена спина, короче. Наступил. Круто. О, чуть легче пошла. Вот, визуально. Так, по 5 шагов на каждую ногу. Короче, чуть здесь себя это поймал. Нельзя там шаги жопу, но видела назад, пошла. Я себя еле-еле поймал. Ну, ты, ну, как бы, все в формате того, что ты, вот даже если не уверен, чуть вот ты, как ты говоришь, чуть поймал, позади тебя стул. То есть ты в любой момент можешь присесть, даже мне в этом, если я вижу только, что уже таз пошел сюда, я уже тебя туда ловлю. А вдруг ты отвлеклась, потому что компас своих начал вынуть. Страшно. Ты сядешь все равно на стул, просто, ну, не четко вот я тебя ограничу руками, а просто. Не могу выпрямиться. Уперлась носком, да, нога? Не могу выпрямиться. Не, таз не подал вперед. Таз не подал. Это, наверное, Саша подал. Да.
Стоишь? Ух ты, просто. Хе, взрослый мальчик. Так скоро будет самостоятельно. Да. Так, все, стоишь сам. Да я сам стою. Я пока все убираю. Плясать еще. Давай. Захочешь идти, скажи. Я пошел. Ходули, да? Это уже профессионал высоких ходунов. Точно, инструктор по высоким ходунам. Инструктор по высоким ходунам. Попробуй сам через порожу, хорошо? Понимаю, но я уже просто устал. Ну ничего страшного. Давай, надо чуть дойти. Теперь что, температура так не делается, как-то, да? Ну, дело в том, что... Что такое температура? Температура... Реакция организма на какую-нибудь жалость. Да, это воспаление. Воспаление. Может быть, на усталость. Воспаление. Какой-то воспалительный процесс в организме на какой-то раздражитель. Но. Раздражителем может быть инфекция, вирус и перенапряжение, в том числе, перенагрузка. Пиво. Что? И пиво. И пиво. С живыми дрожжами. С живыми дрожжами. Ты что? Вот и получается. А что происходит при тренировке? Когда мы тренируемся, кровоток усиливается, все органы ткани системы. Соответственно, если это все-таки было вирусные инфекции, вызвана температура, то она, если, например, болело горло, грубо говоря, она с большим током крови разносится по всему организму, да. То есть как бы. У меня была температура при напряжении. Вот. Мне кажется. Если вы не болели и сделали очень сложную, тяжелую тренировку, и после этого у вас появилась температура. Соответственно, вот эти вот боль в мышцах, перенапряжение и все остальное, оно точно так же может вызывать вот это воспаление, которое дает
температуру. Но температура тогда, вот как у тебя, она не высокая. Но. Она субфибрильная. Это там 37,2. Фибрильная. 37,3. То есть такая, она небольшая. Да-да, фибрильная. Вы же, наверное, помните, знаете, кто не помнит и не знает, что во время тренировки, особенно когда вот в тренажерном зале люди работают и накачивают, стараются накачать мышцу с чрезмерными весами, работают с большими нагрузками, работают, происходит микроразрыв волокна мышцы. Зачем это делать? Многократные вот эти микроразрывы, они... как раз таки, если это была тренировка, их было очень-очень много, если она была тяжелая, они потом же должны как-то... Это для роста мышечной ткани делает спортсмен, и, соответственно, вот эта вот микротравма, она и дает потом рост этой мышцы, потому что это волокно должно потом возобновиться, замениться, вырасти новое, скажем так, по-простому, если прям совсем по-простому и по-детски это объяснять. Прям сложный процесс, все не рассказывать. Вот. И получается... Если была такая тренировка, то у спортсмена или у человека, который с непривычки очень тяжело-тяжело поработал, может быть, мало того, что болеть, еще и температура. Еще давление. Твоё же давление вспоминает того ёжика, который тебя прислал в картинке. Стандартная у нас растяжечка сегодня. Давай поворачиваемся. Ух ты, как хорошо ты меня тянешь! Еще. О! Еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Да что все? Уже. Почти. Ну, сейчас вот там идет эта передача про здоровье. Написано, алкогольный делирий сопровождается... Что? Алкогольный делирий. Это резкая отмена алкоголя. Ну, когда человек выпивал, а потом резко отменил, решил, что все, с сегодняшнего дня он пить не будет. О! И что, чем оно вызвано? Кремень. И обычно, если так это очень резко происходит, то это... ознобом, бредом, спутанностью сознания может сопровождаться. Ну, да, таких вот. И температурой. Ты как раз сказал. Это что, я резко отменил алкоголь? Я думаю, нет. Ты же отменила не с этой недели. Ну, резко. Должно быть как минимум несколько симптомов над температурой. Температура есть? Есть. Ходить не могу. Нет. Слабость в мышцах просто. Да. Да. Все. Делирис. Это делирий. Делирий. Полный делирий. Да. Ты готова? Я, да. Я вот не очень, кстати. Голова может сюда. Достанешься? Раз. Два. О, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ты помогай! Считать? Еще меньше буду. Сколько? 10? 10, Катя, 10 глаз заболел. Все издеваются. Все хорошо. Сейчас водички дам. Я тебе точно не хорошо.
Хорошо, что я не дала водички до этого. Подошла к концу наша сегодняшняя тренировка пятничного дня. Надеюсь, что вы до конца смотрели и до конца были с нами, увидели Димины результаты. Получается, вторую неделю мы ходим на низких ходунах, пускай где-то меньше, где-то больше получается, то есть где-то 10 шагов, где-то 5 шагов на каждую ногу, но в любом случае это есть. Соответственно, нервная система и тело привыкает к этим нагрузкам, адаптируется к ним, и чем дальше, тем лучше будет получаться. Ну, расскажи людям, как ты меня на температуре сегодня гоняла. На какой такой температуре? У меня была температура сегодня. Я же тебя не гоняла. Посталкоголический, как тут говорю. Когда резко бросаешь пить. Это алкогольный делирий называется. Вот. Нет, температура была чуть-чуть, наверное, из-за усталости, поэтому кровушку разогнали. Она была небольшая, но она все равно, наверное, дает о себе знать, да? Ну, конечно. В любом случае, когда идет субфебрильная температура, 37,1, 2, 3, ну, после 37, то получается в теле такая, ну, небольшая слабость, усталость. Поэтому и интенсивность тренировки, она может снижаться. Но, ну, не у Кати. Ну, не если вас тренирую я. Друзья, не жалейте себя, ну и не загоняйте себя как лошадь. Все в меру, все потихонечку. Что с этим делать? Сломались, будем восстанавливаться. Хочется быстрее, хочется мгновенно. Но, к сожалению, мгновенно только ломишься. Ну, да. Друзья, оставайтесь на канале, ставьте пальцы вверх. Вверх. Делитесь видео. Вниз. Да, всего вам самого хорошего. Мы вас любим. Всего здоровья, вам счастья. Будьте здоровы. Всего доброго.